Бернард пишет: «Эстер, у меня есть семья и дом. Я веду, и я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с Джесс, по ночам я пью ром со льдом. Но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом». Бернард пишет: «Эстер, у меня возле дома пруд, и дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться. Я видел все: Сингапур, Бейрут, от исландских фьордов до сомалийских руд. Но умру, если у меня тебя отберут». Бернард пишет: «Доход, финансы и аудит. Джип с водителем, из колонок поет Эдит. Скидка 30% в любимом баре. Но наливают всегда в кредит. А ты смотришь, и словно Бог мне в глаза глядит». Бернард пишет: «Мне 48. Как прочим светским плешивым львам. Я вспоминаю, кто я, по визе, паспорту и правам. Ядерный могильник, водой затопленный котлован. Подчиненных как кегли считаю по головам. Но вот если слова — это тоже деньги, то ты мне не по словам. Моя девочка, ты красивая, как банши. Ты пришла мне сказать: умрешь, но пока дыши. Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши. Никакой души ведь не хватит усталой моей души».